Более 600 тысяч гектаров занимают в нашей республике леса. В преддверии профессионального праздника работников леса моя коллега Наталья Мальчикова встретилась с лесничим из Цивильского района Александром Егоровым. Лес – наше главное богатство, совсем без пафоса, говорит Александр Егоров. Под защитой его и помощников на площади почти 8 тысяч гектаров растут дубы, липы, осины, хвойные деревья. Старейшина чувашских лесов, несомненно, дуб. Раньше в этих местах росла большая дубрава. Но по каким-то причинам эти деревья стали высыхать. Но лесничие решили, что символ мудрости, силы не должен пропасть, и решили посадить новый лес. Сейчас мы находимся в квартале 56, выдел 24, на участке лесных культур, заложенных весной 2019 года в честь 80-летия главного лесничего заслуженного лесовода Чувашской Республики, также Российской Федерации, Александрова Леонтия Александровича, который долгое время работал в системе лесного хозяйства. При участии заслуженных ветеранов лесной отрасли, также при участии школьников Таушко-Синской среднеобразовательной школы, также работников опытного лесничества, здесь мы заложили культуры дуба на площади 3,6 гектаров. Пока посадка превратится в добротный лес, пройдет немало времени. А сейчас специалисты трепетно ухаживают за молодой порослью. Радует глаз, что посаженные желуди дуба, также деревья липы, все они прижились, радует глаз. Думаем, здесь через некоторое время будет расти лес. В уходе за лесами специалистам помогают люди и техника. Взрослые и молодежь с удовольствием участвуют в посадках очистки леса. Укрепилась и материально-техническая база. В октябре месяце 2018 года нам был выделен трактор «Беларусь» для выполнения работ, лесхозяйственных работ на территории лесного фонда. В июле 2019 года в рамках акции «Сохрани лес» было выделено 17 патрульных автомашин на базе УАЗ. Также из них одна машина выделена в Цивильском участке лесничества для патрулирования лесов в пожароопасный сезон. Дуб красуется и на гербе Цивильского района. А что если в это воскресенье, в день леса, каждому посадить по деревцу? Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика.